Друзья, всем привет. Думаю, данная тема будет интересна многим о том, сколько стоит каждый из наполнителей и какую прибыль он приносит. Давайте, наверное, начнем с наполнителя, который можно есть. Это вот жвачки, мармеладки, конфеты. Вот. К примеру, вот эти вот конфеты мармеладные, вот такие. Ну, они абсолютно одинаково стоят, только вкусом отличаются. Падают они порционно, то есть не вот эта одна маленькая конфета стоит 10 рублей, а там выпадает штучек 5. По стоимости вот такая одна конфетка будет стоить 62 копейки. Ну и где-то штук 5 падает, это ну где-то по-разному может рубля 3 выйти. А дальше что у нас еще есть? Это вот такие конфеты. Здесь та же самая ситуация, как и с мармеладом, то есть там выпадает только побольше, там штук 10 выпадает, ну и где-то в среднем одна порция выходит 3,5 рубля, а закупочная у него там 3,5 рубля, грубо говоря. Вот, это у нас тоже конфеты обычные, у них получается закупочная цена 3 рубля 20 копеек, выпадает она по одной штуке, если здесь у нас штук 5, здесь у нас штук 10 выпадает за раз. Здесь у нас по одной выпадает. Получается, одна стоит 3 рубля 20 копеек. Продаем за 10. Вот, ну и считайте сами, какая тут выручка будет. Дальше. Жвачки. Жвачки у нас стоят 1, 3 рубля. Ну, в данном случае 3 рубля 11 копеек. Ну, продаем за 10. Дальше у нас что пошло по наполнителю? Это попрыгунчики. В данном случае они продаются тоже по 10 рублей, хотя многие их сейчас стали по 20 продавать. Вот. Но я думаю, это, наверное, сильно много. Ну, хотя, если учитывать цены, то они достаточно сильно тоже выросли. Если раньше можно было купить там за 2,50, к примеру, сейчас они стоят практически все попрыгунчики по 5 рублей. Вот. Ну вот, если считать на данный момент, вот, за сколько я их покупал, одна штука выходит за 4,5 рубля, ну там практически 5 рублей один попрыгунчик продаем, мы его по 10 рублей. Вот здесь у нас вот всякие разные попрыгунчики. Вот там в прошлом видео снимал, может кому-то будет интересно, вы тоже зайдите посмотреть, я тоже делал распаковку наполнителя. Так, что у нас дальше идет? Ну давайте, наверное, по порядку начнем с игрушек, которые можно за 10 рублей продать. Начнем вот с этого угла, это получается у нас обычные браслеты на руку, почти 5 рублей стоит, продаем за 10 рублей. Дальше, лизун, ну лизун это вот такая вот штука, почти 4 рубля стоит. Вот такие вот лизуны, это вот зверек какой-то. Смялся, в общем. Так вот одеваем его на палец. В принципе, тоже хорошо продается. Детям нравится. Даже непонятно, что это такое. Так, ну давайте дальше. Так, дальше у нас лизун. Ой, Нео Слайм. У него ценник 3 рубля. Ну вот по картинке, я думаю, понятно, что он из себя представляет. Дальше. Тоже по 10 рублей продаем. Дальше. Это самый такой наполнитель, самый дешевый, почти 2 рубля стоит, но суть в том, что я его покупал аж в 2019 году, и настолько плохо продается, что до сих пор у меня дома лежит, поэтому пожалел, наверное, что взял так много этого наполнителя, что до сих пор даже продать его не могу за вот эти несколько лет. В принципе, это вот такие игрушки, вот это, к примеру, растишка, которую в воду ложишь, она там набухает. Дальше что-то еще, ну, такие вот всякие там непонятные, в общем, игрушки, всякие машинки, вот, к примеру, вот машинка. Может, сейчас еще что-нибудь такое попадется. Это типа как ластика, резинки. Вот, ну, в общем, не знаю, может, кому-то понравится, но, судя по продажам, плохо, в общем, продаются. Так, игрушки по 10 рублей в данном случае закончились. Смотрим те, которые продаются по 20. Это вот такие спиннеры. Вот такой вот мячик, который вращается. Стоит, получается, он 8 рублей.
продаем за 20. Дальше это вот, ну, скрепыши, всеми известные игрушки. Стоимость у него это 5 рублей 20 копеек. Но они, кстати, тоже достаточно хорошо сейчас стали в ценнике расти. Вот, я думаю, в дальнейшем они еще больше будут стоить. Вот. Дальше у нас вот такие игрушки прилипалы. Вот сейчас тоже распакую, покажу, что он из себя представляет. Так, вот такая вот игрушка. Ну, кстати, достаточно интересная. Не знаю, почему плохо покупается, но... Ну, есть некоторые точки, где они нормально покупаются, но если в среднем рассматривать, то ну, как-то не очень они покупаются. Но игрушка достаточно интересная. Сейчас посмотрю ценник, сколько стоит. 9 рублей 50 копеек получается одна игрушка стоит по закупу, а продаем за 20. Так, дальше что у нас по порядку? Это вот такие цепочки. Сейчас тоже посмотрим, что они из себя представляют. Есть вот такие, которые с кулончиком идут. Также они тут открываются. Ну, кстати, вот эти хорошо покупаются игрушки. Сейчас сфокусируется. Угу. Сюда положим. И есть вот такие, которые без всяких кулончиков, просто вот такие цепочки. Вот выглядят. Так, пойдем дальше. А, по ценнику получается они 8 рублей 50 копеек стоят цепочки. Цепочки. Продаем за 20. Дальше. 10 рублей стоят вот такие покемоны. Вот. Сейчас посмотрим, что они из себя представляют. Кстати, ни разу не продавал, поэтому не знаю, как они там хорошо будут покупаться, нет. А, это вот такие вот у нас игрушки. Всякие разные там. И также здесь у них наклейки есть в наборе. То есть их несколько видов. То есть собери коллекцию. Вот. Две наклейки в данном случае. Вот. Так что, может, кому-то интересно, можете покупать. Может, кому-то понравится. Капсулы здесь интересные. Так, дальше что у нас? Это игрушки по 40 рублей. Так, это у нас, ну, по порядку начнем. Лего, как раньше были. Получается 15 рублей практически стоят, продаем мы их по 40. Ну, я распаковывать не буду, думаю, и так всем понятно, что из себя лего человечки представляют. Вот, собираете вы и все. Дальше вот как раз вот эта трубка антистресс, а ценник у него за штуку 16 рублей 20 копеек, продаем также по 40. Вот, но я думал, она больше будет. Ну, как-то 40 рублей, я думаю, много, наверное, за нее. Потому что по фотографиям, когда заказывал, больше была. Ну, тут, думаю, хотя бы рублей за 30 продать ее. Ну, продавать их. Вот что они себе представляют, в общем. Ну, даже по картинке кажется, это больше, чем по факту. Так, что у нас дальше? Это значки. Вот такие значки. Всякие разные. А, ценник у них 17,5 рублей. Продаем также за 40 рублей. Ну, к примеру, сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Это вот такие. Ну, всякие разные, в общем. Может, кому-то интересно там на рюкзак повешать. Тоже видел, несколько человек на рюкзак вешают, ходят. Дальше по списку конструктор пони. Вот такие игрушки. Стоят они 9,5 рублей. Продаем также по 40. Вот,
представляет из себя вот такую вот игрушку. Вот на картинке, думаю, видно. Вот так вот она по факту выглядит. Собираете ее, ну и получаете вот. Тут даже вот наклейки, кстати, есть. И то даже вот это стоит дешевле в два раза. И то, мне кажется, интереснее, чем вот такие вот трубки. Так, последнее это у нас поп-сокета. Думаю, всеми известная игрушка, которая крепится на телефон. И стоимость у нее по закупу это 13-14 рублей. Вот так вот они выглядят. Ну, я думаю, все знают, что это за игрушка. Вот, к примеру, как образец достал. Вот такой вот миньон. Ну, кстати, красивые. Вот так вот они выдвигаются. Вот, вот это достаточно липкая лента, хорошо прилипает и тяжело ее отклеить потом от чехла, либо от телефона. Вот, также продаем по 40 рублей. Вот, ну я думаю, никому не сложно будет посчитать, сколько приносят в данном случае такие игрушки. Также, кто смотрел прошлое видео, где я распаковывал наполнитель, стоимость которого обошлась мне 42 тысячи рублей вместе с доставкой. И если этот весь товар продастся, то это выходит около 120 тысяч рублей. Вот в том видео не сказал, вот, ну в этом скажу. Может, кому-то нужна была эта информация. Ну, надеюсь, данное видео вам было интересно. Кому понравилось, ставьте лайки. Если кому-то что-то непонятно, можете в комментариях задать вопросы. Постараюсь на них ответить. Всем пока!